приветствует Киноафиша Инфо, и мы представляем вам 6 самых ожидаемых продолжений сериалов в 2016 году. Продолжение полюбившемуся многим сериала о зомби-апокалипсисе. В 2016 году нас ожидает вторая половина шестого сезона «Ходячих мертвецов», а вместе с ней новый герой и захватывающий сюжет. Выход же седьмого сезона запланирован на октябрь этого года. Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Вы это видели? Да сколько их там? Шестой сезон «Игры престолов» продолжает экранизацию, и на этот раз, помимо прямого сюжета из книги, в сериал попадут как и черновые варианты, так и отдельные события, которые в книжной серии Джорджа Мартина отсутствуют. Как и предыдущие сезоны, будет содержать 10 серий. They have no idea. What's going to happen? В 2016-м нас также ожидает продолжение истории самого харизматичного политика в исполнении Кевина Спейси. Выход четвертого сезона запланирован на начало марта. Как и предыдущие сезоны, будет содержать 13 серий. Я скромный человек. Я никогда не забывал, откуда я родом. У меня были падения. Но я всегда ценил вашу поддержку. Я верю в человеческие возможности. Но главное, мы все вольны в нашем собственном выборе. Говорят, нами правят те, кого мы заслуживаем. Я думаю, Америка заслуживает Фрэнка Андервуда. И в глубине души вы все это знаете. Возвращение популярного сериала 90-х. Спустя 13 лет после закрытия телеканал Fox объявил о возвращении секретных материалов, а это значит, что Малдер и Скалли снова работают вместе. Нас вместе с ними ожидает 10-й сезон секретных материалов, состоящий из 6 серий. Все как и раньше, ты снова загорелся и веришь, что почти разгадал какую-то тайну. И теперь можешь спасти мир. Я так живу. Это все, во что я верил. Ты ведешь очень опасную игру. Я знаю, что делаю. Истина все еще где-то рядом. Продолжение истории об отряде викингов Рагнара. Сериал создан на основе саг о набегах викингов раннего средневековья Скандинавии на Британию, чем и получил огромную популярность. Премьера четвертого сезона ориентировочно состоится в феврале этого года. Ролло! Ты предал свой род! Он идет! Твой брат! Рагнар отомстит нам! Война! Никогда не заканчивается. Викинги. Четвертый сезон. Популярный российский сериал, начавший свою жизнь еще в 2010 году. И вот 2016 год, финального сезона медицинского ситкома про интернов, про их забавные и порой нелепые ситуации. Из интересных фактов можно отметить, что в этом сезоне вернулся в сериал Дмитрий Шаракоис. Романенко уходит. Большие бабки людей портят. Вот поэтому, Сёма, ты всегда будешь хорошим человеком. А Кисигач встречает первого мужа. Что происходит? Да, именно то, что ты подумала. Смотри, чем все закончится. Андрей, это катастрофа. Да ладно тебе. Может, условным отделаешься? Интерны. Финальный сезон. Надеемся, что вам понравилось и было действительно интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в новых проектах. Удачи!